Так, меня зовут Олег Алагудвин. Мы продолжаем практику и разбираем нюансы в работе мануального массажа и мануального терапевта. Дело в том, что все в нюансах. Вроде бы по видео там можно понять, да, там или посмотреть, или повторить, но всегда возникают такие вот непонятки, там как-то недосказанность какая-то, или вот эти нюансы, из-за чего нужно это практиковать. Нужно еще раз встречаться, может быть, не один раз там, с мастером, принимать опыт прямо до того, что, до той степени, чтобы ставить руки. И вот Дмитрий именно за этим здесь, да, именно для этого и приехал. И вот то, что мы делали с позвоночником по поводу вибраций. Ну, вот как бы тазовая область, да, там череп пошел сверху. Значит, что мы делали? Мы делали разные вибрации, да, такие. Снизу вверх, да, мы шли, вот так вот растрясали остистые отростки, да, в общем, во всех областях, во всех, как бы, во всей сфере трехмерной проекции, насколько мы представляем этот позвоночник себе, да, и мышцы вокруг него. Продольные мышцы, там многие вот так вот цепляются по диагонали, например, к лопатке вот эти мышцы, трапециевидные, вот эти вот. Дальше мы делали вращательное движение локтями, да, спиралевидные, ну, можно пальцами тоже делать, или вот разжимали, то, что я говорил, шлюзы, открываем шлюз, да, то есть мы отодвигаем для декомпрессии вот мышцы в стороны, да, а второй рукой как бы запускаем поток и кровоток, и лимфоток к периферии. Потом переходили на локтевые техники, да? Локтями мы что делали? Снизу вверх движение шло, вот так вот. Ну, то есть это спираль на самом деле, но она идет снизу вверх. Вдоль позвонка мы двигаемся именно снизу вверх. Опять же для чего? Для декомпрессии, да? Компрессия у нас сжимает позвонки и позвоночные диски, да, декомпрессия разжимает. То есть все движения у нас именно на это направлены. Потом мы ставили, чтобы вы запомнили очередность движений, ставили лодочки такие, да, яхты как бы перед регатой. Ну там так дальше. Как мы это делали? Внедрялись, да, короткими участками, да, тоже для декомпрессии, да. Вот еще помните, что я показывал, как нож в масло входит у нас вот локоть, он входил буквально вот от самого узкого места, да, пальцы шире, и мы практически вот раздвигали вот здесь вот эту часть тазобедренную, да, от позвонков, и мы стучали еще по руке. Вот так вот мы можем кулачком так постучать под 45 градусов к сторону таза, вот туда, внутрь. То есть надо стучать не в тело, да, а как бы вот туда вниз. Стучали несколько раз, вот так вот подбивали его, да, как бы растряхивая. Лодочки мы запускали рукой, вот так полностью, да. Уже входили у нас полностью... Запястная локтевая часть, предплечье, то есть это уже такие были широкие движения, вот такие. Потом мы, ну сейчас вот мы еще повторим, да, локти ставим рядом с другом и вот так вот растрясали позвоночник, да, вширь. То есть мы его еще растрясали вот так вот, или накладывали руки здесь и здесь, и вот так вот еще раскачивали, да. То есть у здорового человека, у него позвоночник как змея, он должен быть... пластично и гнуться во все стороны. Если мы волну в расслабленное тело, в расслабленный позвоночник запускаем, да, то она где-то вот идет, где-то должна заканчиваться у черепа. А если там она не заканчивается, значит идет где-то блок. Либо в позвоночнике, либо в окружающих связках и мышцах. Вот. И сейчас мы еще будем локтями упираться вот в эту косточку подвздошную, да, вот где он упирает. Тут, как правило, ямка бывает. У людей, у женщин особенно на позвоночнике, на пояснице это видно. И вторую, то есть одним локтем мы упираемся, а вторым локтем раздвигаем позвонки
таким массивным, мощным движением к голове. То есть прямо растягиваем. Даже это на столе будет видно и будет заметно. Сейчас мы это продолжим делать. Так что, ну, графически, я думаю, все понятно, да? Это просто, чтобы освежить в памяти, да, как это происходит, как это мы делаем. Сейчас будем повторять это все руками, а в следующем видеоролике я вам расскажу еще кое-что интересное.